Так, минус 365, фокусируйся, короче, я не знаю, как я вообще буду все это снимать, и сегодня я вообще думала даже закрыть этот проект, либо как-то приостановить, потому что все мои вещи где-то распакованы, раскиданы, но сегодня я все-таки запишу видосик, чуть-чуть расхламлюсь, потому что так сложилось, хоть что-то, да, пойдет на мусорку. Короче, начнем взвешивать. Первое, это швабра. Я сейчас постараюсь ее как-то так вот поставить аккуратненько. 284. 284, да? Такая легенькая. Да, 284. Короче, она отправляется, потому что я поняла, что моя швабра ужасная. Швабра Анечки просто великолепная. Еще один лот. Это вот такой вот веничек, который, к сожалению, на самом деле очень удобная штука, такой мелкий веник, но от него больше мусора. Реально подметаешь и все. Второй — это совочек, который вообще мне не актуален. Я им реально не пользуюсь. Третья — одна упаковка соды. Я ее выбрасываю. В общем, три лота на 172 грамма. Так, 4 есть. И также я выбрасываю порошок. Тут он кило 66 для посудомоечных машин. Он раньше был классный, а сейчас я не знаю, короче. У меня он нифига не работает. Посуда мутная, и вообще я перешла на финиш, на таблетки, и, короче, все с ними классно. Сейчас еще подумаю. Короче, ничего не буду думать, все пусть будет так, потом наверстаем, тем более, что я в предыдущие, ну, побольше выбрасывала. Вот, на самом деле, я еще выбрасывала какие-то банки для хранения, которые мне не очень нравятся, и сейчас тоже, как бы, ну, не то, что не актуальны, но, в общем, я их выкинула, господи, фотоаппарат, не бегай. Короче. По поводу швабры вообще, конечно, я реально такая, почему я не пользовалась какими-то такими модными швабрами. То есть я по классике набрасывала тряпочку на такую классическую швабру. Это есть во мне такое, что иногда некоторые нововведения даются мне тяжело. Хотя я как раз топлю за то, чтобы пользоваться новым, потому что просто так разработки интересные не попадают там, в магазины и не идут в обиход. Вот. И мне понравилась эта швабра. Класс. Это было очень удобно. И я поняла, что я, по ходу дела, люблю даже мыть полы. Вот. Короче, мир сегодня для меня перевернулся. Дальнейшие мои расхламлительные истории, я не знаю, наверное, встанут пока, но если что-то получится, то, ну, почему бы и нет. А пока это, к сожалению, без этих, наверное, не будет. Ну, в общем, я посмотрю, что там как пойдет, потому что сегодня вот у меня генеральная уборка. О, я устала, замучена и вообще... Не представляю, что дальше будет. Как классно живешь, и просто столько всего может произойти. Ты вообще живешь сегодняшним днем. Господи, на самом деле это дикий стресс для меня. Но я думаю, что это хорошо. Тоже, знаете, выходить за рамки своего комфортного состояния очень-очень полезно. Вот, и я думаю, что я прям повзрослею, можно таки сказать. Стану взрослой девочкой уже. Вот, со всеми этими событиями. Короче, на этом все. Вот, надеюсь, если у вас расхламление идет, оно идет круче, чем у меня. Вот, и вообще все круче. Короче, вот, пока.